Доброе утро, дамы и господа! Я всех приветствую на лыжных гонках, на фигурном катании, на скольжении по траве. Может быть, такой вид спорта сегодня у нас тоже будет время от времени появляться. Это футбол на самом деле. Всем привет, всем приятного просмотра. Мы начинаем пятый тур зимнего кубка. Прямо сейчас матчем Свонси и Союза. В оранжевом сегодня Союз. Лишь будем наслаждаться встречей футбольной. Снова Союз идет вперед. Удар поворотом. Вот это было опаснее, чем до этого. Все время, по-моему, бил. Такого мы еще не видели в зимнем кубке. Опять же, было теплее. Явно теплее. Но вот сейчас чуть по-другому. Но футболистам точно не впервой играть по итогам этого игрового дня. Удар поворотом. Издали опасно. И вот, кстати говоря, таких ударов сейчас с Тайфуловым все в порядке. И ни внешней, ни внутренней боли он не ощущает никакой дискомфорта. Смирнов, передача классная на левый фланг. Удар в ближний угол. И Тропин был. Интересно, что Союз всегда играет с утра. Каждый матч в 10, в 11 утра. Первый и второй слот. Это всегда их в зимнем кубке. Удар от Тапина. И вытаскивает Тропин. И сильнейшие команды. Очень интересно будет посмотреть на ту игру. Загудаев махнул головой мимо мяча. Нисян на подборе. Добивание, удары. Защитник здорово играет. Тропин после этого забирает мяч под свой контроль. И сразу же выносит далеко. Ошибается защитник Кудрявцев. Он не успевает к мячу. Падает. Но, по-моему, сыграл все-таки... Правда, нет красной, нет желтой карточки, ничего нет. Итак, разбег, смотрим, удар, гол. Первый забит с пенальти. Наверное, это вытекало из логики событий, логики того, как у нас строится игра. Перехватывает мяч защитник. Из глубины вновь лебеди идут вперед. Удар не точно. Я думаю, что если бы мяч все-таки пошел в ворота, Тропин на следующей неделе и через одну. Снова шанс от Тапин. Передача на Смирнова. Удар поворотом неудачно. Много назад. И хороший пас на Тапина. Вы видели этого гения. Гол забивает Свонси. Кирилл Тапин подставляет свою пяточку, изящно переправляя мяч в противоположный угол. Наверное, все-таки не в угол. Какие еще моменты нас ожидают? Шахбанов в штрафной площади. Как бы вроде как ровно. И Союз периодически атакует. И Свонси, где мяч? Сейчас едва не влетел в ворота, но... Заброс. Там борьба, но выигрывает борьбу за мяч. Защитник, удар поворотом. Это было... Нет Вартумяна. Вот его я сразу обратил внимание. На его отсутствие обратил внимание. Удар. Анисян. Снова шанс. Атакуют лебеди. Продолжают атаковать. Удар. Гол. Гол. Он залетает в ворота. Он все-таки туда отправляется. Первый дебютный гол Василия Шилова за Свонси. Не за футбольный. Второй тоже можно сделать какой-нибудь прогноз. Если, конечно, все-таки 2-1 будет в конце. Удар Загудаев в штангу в ближнюю попадает. И после этого... И удар Ермаков отбивает. Подбор за Союзом. Дойдет ли дело еще до удара какого-нибудь? Мяч в воротах. 2-2. Все, прогнозы не сходятся. Союз вновь забивает. И счет опять становится равным. Ни одна из команд не выходит вперед на два мяча или более. Первый тайм, кстати. Потому что и усталость тоже будет брать свое. Мелконян на добивании. Опасный был момент, но Ермаков справился с задачей. Отбил мяч. И бить не стал. Дальше подбор. Еще один удар и гол. Что залетает? Что залетает? Не в первый раз уже сегодня в те же самые ворота. Куда был отправлен мяч после удара Василия Шилова. И засчитан как автогол. Вот здесь может быть опасно. Подача. И не знаю, зачем Севаконенко сыграл головой. Там был на подборе Смирнов. Но он бьет ногой после этого. Опаснейший удар. И Тропин вновь спасает. Которая закончилась со счетом 14-0 в пользу Союза. Было это две недели назад. Рука. В руку мяч попадает защитнику Свонси, защитнику Союза, прошу прощения. Смирнов у мяча, Тропин в воротах. И давайте смотреть, как этот 11-метровый реализован будет. Разбег. Удар мимо. Мимо не забивает Евгений Смирнов.
Снова шанс. Союз опять в атаке. Ермаков. И снова уходит за боковую на половине Свонс. Примерно вот к такому игра у нас сводится в последний пару-тройку атак. Загудаев. Удар. А не попал ли мяч в защитника там? Никакой желтой, никаких санкций никому не будет. Продемонстрировано. Трофин отбивает кулаком. Добивание от Атапина. Кирилл не попадает в створ. Хорошо, Лиза!